Ребят, привет! Меня зовут Игорь Острицкий, я продакт-менеджер по футболу. И сегодня я расскажу вам про новые бутсы Predator Lethal Zones. Predator Lethal Zones – это Predator с 5 смертельными элементами для абсолютного контроля над мячом. Это бутсы, созданные с учетом всех требований современных футболистов. Изначально создавались для креативных атакующих футболистов, много владеющих мячом во время игры, таких как Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм. И новая модель бутс Predator объединила в себе все лучшее от предыдущих моделей и добавила самые современные адидасовские технологии. Что отличает новую модель от предыдущих? Это, во-первых, подошва от F50, облегченная подошва Sprint Frame. То есть вы можете видеть в этой модели облегченную подошву, что делает Predator еще более легкими. Далее, это материал перха, который это гибрид кожи и синтетики. Также облегченный материал. То есть бутсы стали еще более легкими. И, конечно же, это 5 зон. И сейчас я расскажу вам о каждой по отдельности. Первый элемент – это дриблинг. Это зона из сверхлегкой резины, вы можете ее видеть, на внешней части бутсы, которая обеспечивает идеальный контроль при ведении мяча. Второй элемент – это контакт. Вы видите, здесь большая зона также из сверхлегкой резины, которая обеспечивает идеальный прием мяча. Третий элемент – это снайпер, вы можете видеть его здесь. Это контактная поверхность на средней части бутсы, которая обеспечивает более сильное вращение при ударе, что делает его более сильным, опасным и точным. Четвертый элемент – это драйв. Вы можете видеть эти приподнятые утолщенные 3D-панели, которые больше, чем остальные элементы. И они находятся на передней части бутсы, и они повторяют форму подъема стопы, что обеспечивает более точные длинные пасы. Пятый элемент Predator – это пас. Тоже один из важнейших элементов, важный для каждого футболиста. И здесь вы можете видеть такая адаптивная пена, мягкая, которая обеспечивает высокую техничность и точность пасов. И отличная новость для всех футболистов. Теперь система MyCoach доступна не только с самыми дорогими бутсами, но и с бутсами всех ценовых категорий. То есть вы можете купить и использовать MyCoach вместе с бутсами за 7990, за 4490 и за 2490. То есть вот здесь вот в левой бутсе вы видите специальная выемка для MyCoach. Вот он сюда вставляется.
принципе, основных отличий три. Это материал, из которых выполнены бутсы, это подошва. И третье отличие – это материал самих зон. То есть в дорогих бутсах используются самые новейшие материалы, облегченные, как я говорил уже, это смесь синтетики и кожи. Здесь резиновые зоны и облегченная подошва от F50. Вот они, вот. Это Lethal Zones, да, соответственно, самые профессиональные бутсы. Значит, следующее – Absolion. Бутсы среднего ценового сегмента. Здесь более простой материал, синтетическая кожа. Зоны, в принципе, такие же, как в дорогих бутсах, но подошва тоже более простая, обычная предаторская подошва. И доступная модель. Также у нее простой материал, синтетическая кожа. И здесь, вы видите, зоны, они такие принтованные, то есть уже не ярко выраженные. Но, в принципе, они повторяют по дизайну дорогие бутсы. Саша, ну как у тебя впечатление о новых предаторах? Отличное впечатление. Я думаю, что это модель на ход для футболистов. Так что, я думаю, всем будет очень удобно в них играть. Ты произвел на тебя впечатление вот эти 5 смертельных зон на предаторах? Да, произвели очень большое впечатление. То есть при пасе, при ведении мяча, при ударе. То есть это, на самом деле, огромный плюс для футболистов. Ну, очень сильное впечатление. Очень доволен. Единственное, хотелось попробовать, наконец-таки в России стали делать, решили привозить бутсы для искусственного газона, в принципе, потому что мы брали на полях такая редко. Вот, долго-долго думал, какие выбрать, остановился на стандартном варианте. До этого были предыдущие предаторы. Вот. В принципе, тоже был очень доволен. Новые, конечно, оправдали мои ожидания. Вот, долго мы их ждали. Что еще можно сказать? В принципе, ждем новых расцветов, потому что бутсы своеобразный фетиш многих футболистов. Что еще можно сказать? Надеемся, что они прослужат хотя бы поплоти. Ребят, мы надеемся, что данный видеотренинг будет для вас полезен. Поможет вам продать еще больше новых бутсов Predator с 5-7 элементов. В общем, желаем вам высоких продаж, и если какие-то будут вопросы, можете обращаться к нам в продакт-маркетинг, к австрийскому Игорю и Марии Ивановой. Все, всем пока, спасибо.